Середина недели подарит Иркутской области более теплую погоду, но в некоторых городах продолжат выпадать осадки. Подробнее о погоде в регионе расскажем в нашем прогнозе. В четверг, 26 марта, в Ангарске переменная облачность, преимущественно без осадков. Давление 738 мм ртутного столба, ночью минус 15, днем плюс 1. В Шелихове также переменная облачность, преимущественно без осадков. Давление 735 мм ртутного столба. В городе ночью минус 13, днем плюс 1. А в Усть-Куте облачно с прояснениями и кратковременные осадки. Атмосферное давление 738 мм. Температура воздуха ночью минус 13, днем минус 1. Тоже в Усть-Илимске. Облачно с прояснениями и кратковременные осадки. Давление 749 мм. Ночью минус 12, а днем до 1 градуса ниже 0. В Братске кратковременные осадки. В городе облачно с прояснениями. Давление 731 мм. Ночью минус 11, а днем ровно 0 градусов. Похожая погода в Тайшете. Там облачно с прояснениями и кратковременные осадки. Давление 745 мм. Ночью минус 11, днем 0 градусов. А в Саянске преимущественно без осадков. В городе переменная облачность. Атмосферное давление 725 мм. Минус 16 ночью и 0 градусов днем. Такая же погода в Черемхово. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Давление 722 мм. Ночью минус 16, а днем ровно 0 градусов. В Усолье-Сибирском переменная облачность. Преимущественно без осадков. Атмосферное давление 735 мм. Ночью в городе минус 16, днем плюс 1. Преимущественно без осадков в Байкальске. Там переменная облачность. Давление 734 мм. Ночью минус 15, днем 1 градус выше 0. А в Бодайбо облачно с прояснениями и кратковременный снег. Давление 738 мм ртутного столба. Температура воздуха ночью минус 18, днем минус 3. Похожая погода в поселке Мама. Там облачно с прояснениями и кратковременный снег. Давление 731 мм. Ночью в поселке минус 18, а днем до минус 3. В зиме переменная облачность, преимущественно без осадков. Атмосферное давление 732 мм ртутного столба. Минус 16 ночью и 0 градусов днем. А в Иркутске переменная облачность, преимущественно без осадков. Давление 732 мм. Температура воздуха ночью минус 15, днем ровно 0 градусов. Улыбайтесь при любой погоде и хорошего вам дня!